Привет, дорогие друзья, рад вас видеть на своем канале. Сегодня в обзоре у нас будет такой браузер Brave, с помощью которого вы будете зарабатывать $5 за каждое скачивание этого браузера. Итак, переходим по ссылке в описании, попадаем на такую страничку, нажимаем Download Brave. Также его можно скачать на телефон, на планшет. Нажимаем скачать, очень хорошо просматривает ролики с помощью этого браузера. Я, как узнал о этом браузере, постоянно им пользуюсь. И также пользуются все мои родные, все мои знакомые. Потом, когда он установился, попадаем на такой главный экран. Здесь у нас такие вот показатели, трекеры, которые заблокированы, блокировка рекламы, обновление HTTPC, а также сэкономленное время при пользовании этим браузером. Здесь у вас будет изначально английский язык, но чтобы поменять, мы заходим сюда, нажимаем вот сюда настройки. Это будет 1, 2, 3, 3 снизу. Нажимаем настройки, далее опускаемся в самый низ, дополнительные настройки. И у нас будут языки language. Далее добавить язык. Выбираем наш русский язык. Далее сохраняем. Если язык сразу не поменялся, то просто перезагружаем браузер и заходим обратно. Чем классный этот браузер? Тем, что у него уже есть встроенная блокировка рекламы. Пользоваться приватным окном в Tor. Есть режим инкогнито. А также еще есть Brave вознаграждение. Мало того, что есть вознаграждение за скачивание этого браузера, а еще будет вознаграждение за пользованием. Появляется реклама, вы будете ее закрывать, и за это вы будете получать какое-то количество токенов BAT. Но это пока в разработке, хотя на мобильном приложении как-то более-менее работает. Наблюдал уже два случая, когда приходило по 4 бата на Brave Rewards счет. Вот отсюда приходило по 4 токена. Что-то дают потихоньку на телефонах. На самом браузере на компьютере пока такого возражения нету, но оно будет в дальнейшем. Идет пока разработка, и потом уже будет полноценно работать. Входим потом уже ниже по ссылке, вторая ссылка в описании. Переходим туда, и у нас там будет Brave Rewards. Что у нас там появится? Появится окно, вы ведете туда свою почту. Нажмете почту, отправить смс. Отправилось смс, переходите на почту, открываете смс, верифицировать свой аккаунт, нажимаете, попадаете в новое окно. Далее вам там, по-моему, предложат подключить двухфакторную аутентификацию. Вы ее подключаете, когда вы ее подключили, попадаете уже вот сюда. Что у нас здесь есть? Да, есть здесь у нас количество бат, которое заработано за этот месяц. Это баты, которые уже отправились на мой счет. Количество скачиваний, установок и подтвержденных установок этого браузера. Мы здесь внизу можем подключить наш YouTube канал, это у меня другой канал подключенный. Также можем поделиться реферальной ссылкой в Фейсбуке и Твиттере. Вот сюда, чтобы добавить наш канал, мы нажимаем сюда. Веб-сайт можно добавить, можно YouTube, Twitch, Twitter, Vimeo Channel, Reddit, GitHub. Такими пользоваться, чтобы добавлять соцсетями. Также у нас тут есть график скачиваний. Это у нас красненьким скачивание, установка и по прошествию 30 дней. Получает человек вознаграждение только за то, что он поделился реферальной ссылкой. По его реферальной ссылке скачали этот браузер. Попользовались один месяц и за это получаете токены BAT. Раздаются $5 в эквиваленте, то есть курс бывает разный, и вы разное будет количество получать этих BAT. Также еще можно делиться этими токенами, то есть заходите на тот канал, который подключен к этой партнерке. Это у меня второй канал, мы можем поделиться с помощью вот этого треугольничка, нажимаем сюда, отправить пожертвование, и далее выбираем количество пожертвований, которые мы собираемся отправить. 1, 5, 10. Потом нажимаем кнопочку отправить, если у вас есть на балансе. Они сохраняются на балансе 3 месяца, после чего они сгорают. Так что нужно их когда-то одевать, иначе вы их потеряете. Далее, как же мы перечисляем эти токены BAT на свой кошелек? Данная система работает с апхолдом. Сам Brave Rewards перечисляет не автоматически. 8 числа, где-то 8-9 уже попадает на ваш апхолд. Нажимаем подключить апхолд, и далее мы регистрируемся в самом апхолде. Вот мы попадаем на сам апхолд, далее проходим регистрацию. Здесь у вас, по-моему, будет желтенькая полоска, нажимаем на нее, вписываем свои данные на латинице, а также загружаем свои документы. Все документы загружать нужно на латинице, то есть это загранпаспорт, ваше удостоверение водительское нового образца, ID-картка, ну то есть там будет список предложенных, вы выбираете. Далее все прописывайте, как там вас просят, сохраняете, и проверка длится 1-2 часа. И все, после этого вам уже может перечисляться сюда ваши баты. Вот видим мои начисления. Вот Brave Publishers, 41 токен. Это я уже отправлял. И вот еще мне присылали. После этого вы уже можете зарабатывать на Brave. Также важно подключить двухфакторную аутентификацию на апхолды для большей безопасности. А вот здесь находится ваша реферальная ссылка. Вы ее нажимаете.
копируете и вставляете там, где вы будете распространять свою ссылку. Все вот таким вот образом, несложным, вы можете заработать на этом браузере. Заработок хороший, составляет $5 за каждое скачивание, и потом, после подтвердили, вы зарабатываете $5. Если курс просядет, вам будет больше платить этих бат. Потом можете подождать, похолдить, когда цена вырастет, потом уже продавать этот токен бат.